Всем привет! Продолжаем про Елхова. За прошлый эпизод мы узнали, что подлые аферисты коварно подставили корифея, подсунув ему анимированные изображения облаков и заставив думать, что они на самом деле неподвижные. Заодно мы убедились в том, что щупальца этого заговора простираются над всем земным шаром или над всей земной плоскостью, как считает уважаемый эксперт. То есть мерзкие махинаторы подделывают данные с метеоспутников, тем самым ставя под угрозу жизнь множества людей. Причем вот в этот заговор включены не только американские метеоспутники, которые, понятное дело, поддельные, но еще и европейские, японские и так далее. И даже, как оказалось, российские тоже, потому что один из моих зрителей, любезнейший Галилео Галилей, собственной персоной, вновь спешит на помощь. В прошлом эпизоде я пожалился на то, что не удалось найти данные российских спутников, но, что называется, где были мои глаза? Ситуация вполне очевидна. Их нету в тех архивах, а так-то они есть. Стоит поискать, все же на виду. Короче говоря, вот вам новость свежайшая. 7 февраля 2020 года спутник Электро-Л номер 3 передал свои первые изображения. Он сейчас проходит испытания, пока еще не введен, так сказать, в полномасштабную эксплуатацию, но уже работает. А есть сайт с архивом снимков от аппаратов Электро-Л номер 1, который в настоящее время уже выведен из эксплуатации, и Электро-Л номер 2, который вполне успешно функционирует по сей день. И снимки на этом сайте доступны, без регистрации СМС, можно зайти, там есть архив, и скачать практически почти что за любой день. Там все-таки есть какие-то пробелы, я уж не знаю, с чем это связано. Вот, и давайте посмотрим снимок, ну, например, от 9 февраля. Почему? Покачину, так захотелось. 9 февраля 2020 года. Сравним этот снимок со снимком от аппарата Meteosat 8. Почему? Потому что они оба примерно на один и тот же регион смотрят. То есть это Африка, Мадагаскар, Аравийский полуостров, Индия и все такое прочее. И мы давайте возьмем снимок, на котором Мадагаскар, все тот же самый, виден в косых солнечных лучах заходящего вечернего солнца. Почему? Потому что получается очень контрастное изображение, тени такие хорошо прорисованы. И вот мы можем сравнить два этих изображения, и, как говорится, вот вам доказательство мирового заговора, который ставит своей целью внушить широкой общественности, что Земля на самом деле шарообразная. Кто бы мог подумать, что еще и Роскосмос и Росгидромет замешаны. И, кстати, они не гнушаются использовать текстуры очень высокого разрешения. Вы только посмотрите на этот поддельный вечерний Мадагаскар. Красота какая. Потом из разнообразных шаблонных заготовок этажей составляет живописный рисунок облачного покрова. Затем облака эти накладываются второй экспозиции на нарисованное изображение плоской Земли. Слушайте, ну один раз я бы еще мог понять, оговорился. Но это уже становится системой. Следующим этапом происходит скручивание плоского изображения земной поверхности с наложенными облаками в сферу по вертикали и горизонтали. Так НАСА стряпает для нас, рядовых зрителей и американских налогоплательщиков, трехмерное объемное изображение земного шара. Слово-то какое выбрал! Стряпают! Высокий штиль! Ну, на самом деле, кстати, а почему уважаемого эксперта так сильно волнуют деньги американских налогоплательщиков? Он же вроде как бы не относится к этой категории жителей планеты Земля. Так чё бы волноваться по этому поводу? Их траты — это их проблемы. Ну ладно,
На самом деле, если уважаемый эксперт знает какие-то другие методы, которыми можно было бы воспользоваться, чтобы сделать полное изображение сферического объекта, используя информацию только о маленьких его участках, зато в обилии, было бы интересно узнать про эти методы. Потому что на самом деле именно так, используя маленькие кусочки поверхности, сшивая их в целое полотно и потом натягивая на глобус, люди составляли карты сферической Земли задолго до начала космических полетов. Видимо, уважаемый эксперт, не в курсе, да? Увиденное якобы из далекого космоса. Если бы я был конспирологом, то я бы сказал, что, похоже, уважаемый эксперт... Нет, если бы я был конспирологом, не было бы слова «похоже». Я бы утверждал, что уважаемый эксперт отрабатывает заказ. Потому что, казалось бы, совсем недавно он демонстрировал фантастические навыки чтения по-английски, когда воспроизвел название аппарата, в существовании которого он сомневается. А сейчас он резко забыл английский язык, или кто-то его держит за руки и не дает кликнуть по одной из тех картинок, чтобы прочитать, что же там сказано в ее описании. А там простым и понятным языком написано, что это синтетические изображения, полученные из множества спутниковых фотографий, собранных в основном аппаратом Terra и его камерой Moody's за несколько месяцев 2001 года. Кстати, аппарат летает до сих пор и приносит пользу. Высота орбиты спутника Terra 700 километров. Он оттуда видит относительно небольшую часть земной поверхности в силу чисто геометрических причин. Побольше, чем с МКС, но все-таки намного меньше, чем, например, с геостационара. И вот на основе этих снимков составлено полное изображение земной поверхности, которое в самом деле потом обернуто вокруг шарика, и получено синтетическое изображение Земли, которое никто никогда официально не называл фотографией Земли из глубокого космоса. Это изображение, а не фотография, хотя в основе его лежат действительно спутниковые снимки. Если это считать подделкой или там стряпнёй, тогда любой глобус это тоже стряпня. Так, Елхов? Глобусы это подделка, а на самом деле все совсем не так, да? Ты к этому клонишь, желтолицая сволочь? С борта искусственного спутника, находящегося на значительном расстоянии от Земли. А 700 километров – это уже значительное расстояние или еще нет? Потому что это, например, в два раза меньше, чем от Москвы до Сочи. Таким же образом был сфабрикован и видеоролик «Вид обратной стороны Луны, проходящий по своей орбите на фоне Земли», снятый якобы по сообщению пресс-службы НАСА 16 июля 2015 года с расстояния в 1,6 миллионов километров. Нет, Милздарь, не сфабриковали, не якобы. Это настоящие снимки нашей родной, трехмерной, шарообразной планеты и ее самого крупного естественного спутника, сделанной из самого настоящего глубокого космоса, потому что миллион с гаком километров – это намного больше, чем любое земное расстояние. И тут остается только, не знаю, вот так вот развести руками, потому что Елхов уже, очевидно, не может не лгать. Либо в силу каких-то чисто органических причин, там, возрастные изменения какие-то, там, деменция, шизофрения, я не знаю что. Либо он на самом деле, страшно представить даже, отрабатывает какой-то заказ. Я только не понимаю, чей и зачем. Потому что, ну неужели ж какие-то деньги могут оправдать вот такой позор? На 4-мегапиксельную трехматричную камеру. Матрица, матрица, матрица! Находящуюся на космическом аппарате Deep Space Climate Observatory. Я не знаю, зачем уважаемый эксперт все это повторил. Этот снимок действительно такой и сделан именно этим аппаратом в таких условиях. Разве что матрица там всего одна, а не три. Поэтому... Работу компьютерной графики в 3D-редакторе можно увидеть не только в этом фальшивом видеоролике.
Уважаемый эксперт очень старался доказать нам фальшивость этого видеоролика, но, к сожалению, все, что у него получилось, это демонстрация собственной невежественной лживости. Однако его материал на этом не заканчивается. Может быть, там дальше у него лучше дела пойдут? Давайте посмотрим. Ну и в других многочисленных изображениях земного глобуса, разбросанных по бескрайним просторам интернета. Разумеется, уважаемый эксперт не утруждает себя предъявлением конкретных примеров таких подделок с доказательством их поддельности, из чего нам остается сделать только один печальный вывод. Похоже, уважаемый эксперт считает, что все доступные изображения Земли, абсолютно все, являются подделкой. Ага. Справедливости ради стоит заметить, что часть картинок, которые мелькают в кадре, вероятно, и даже весьма вероятно, являются художественным вымыслом, быть может, на основе каких-то реальных изображений, но, быть может, и нет. Но! Неужели же из того, что существует такой жанр искусства, как фотореалистичная живопись, мы должны сделать вывод о том, что все те объекты, которые попадают на подобные картины, являются выдумкой от начала и до конца? Нет, там бывают, что фотореалистично изображены какие-то придуманные объекты. Но ведь художник может нарисовать яблоко. Это же не означает, что яблоки не существуют, верно? А если, например, в дневной выручке какого-нибудь магазина среди тысяч купюр обнаружится одна поддельная, будет ли это означать, что вся выручка этого магазина состоит сплошняком из подделок? Нет, не будет. Хотя, наверное, к этим бумажкам теперь стоит относиться более настороженно и на всякий случай проверить их все, а то мало ли, вдруг мошенник заходил больше, чем один раз. Но ведь Елхов и подделку не нашел, и экспертизу не проводил. Он просто постулировал, что все это подделки. Мало того, мы совершенно точно знаем, что среди людей есть преступники, убийцы, насильники, грабители и так далее и тому подобное. Елхов, судя по всему, человек. Значит, он преступник, убийца, насильник, грабитель и так далее. Не так ли? Логично же? Или нет? Так как так получается, что в случае преступников мы должны доказывать их вину? В случае поддельных денег мы должны проводить экспертизы? В случае каких-то вымышленных объектов на картинах мы должны догадываться, что это там такое нарисовано? А в случае изображений Земли Елхову просто достаточно постулировать, что все они поддельные. Как это так получается? П. Логика! Которые выдаются за оригиналы, снятые якобы из дальнего космоса. И в другом случае я бы сказал, а, ну так это все меняет, хорошее уточнение. Но нет. Судя по тем картинкам, которые показывает нам Елхов, и то, как он их преподносит, вывод совершенно однозначный. Он считает, что все изображения Земли выдаются за подлинники, и при этом все они, без исключения, являются подделками. Вот широко известное изображение земного шара в очень хорошем разрешении, выложенное в интернете на многочисленных сайтах, как фотография Земли, снятая из космоса. При этом, что характерно, уважаемый эксперт снова тулит нам все тот же самый Blue Marble 2001 года. Интересно, почему? Наверное, искал, но ничего посвежее так и не нашел. Ну, бывает, что ж поделать. Некоторые подробности происхождения этого изображения я рассказывал чуть ранее. Некоторые другие подробности я расскажу чуть попозже. А сейчас снова акцентирую ваше внимание на том, что из официальных источников никто и никогда не позиционировал это изображение как настоящую фотографию. Всегда только как композит, синтетику, пусть и на основе настоящих спутниковых снимков. Что там заявляют неофициальные каналы,
Это их личное право и ответственность. Пусть говорят, что хотят, хоть жопу показывают. К происхождению этой картинки они все равно не имеют никакого отношения. Понимаете? Надеюсь, да. Потому что если вы не согласны с моим утверждением, что официальные каналы никогда не заявляли, что это изображение является фотографией, то я вас приглашаю найти страницу на сайте НАСА, где было бы сказано, что эта картинка есть фотография. Удачи! И лишь покопавшись в архивах НАСА на его официальном сайте, можно узнать, что на самом деле это изображение не является оригиналом, а представляет собой всего лишь объемную компьютерную модель, изготовленную по описанной выше технологии. Очень похоже на то, что уважаемый эксперт даже не подозревает, что та технология, о которой он рассказывал, похоже, воображая себя таким Эркюлем Пуаро или Шерлоком Холмсом, который, значит, публика такая, как он догадался? А он рассказывает нам об этой технологии, что она относится, на самом деле, буквально именно к этому изображению. Он бы об этом знал, если бы читал те страницы, которые нам показывает. Что-то мне кажется, что нифига он там ничего не читал и ничего не искал, а удовлетворился просмотрами видосиков с одного YouTube-канала. Те, кто в теме, те понимают. Потому что если бы уважаемый эксперт прочитал бы, что там написано, он бы знал, что это изображение – композит. Я уже сколько раз об этом сказал, 3 или 4 раза за этот ролик, да? Что это композит, что никакой из официальных каналов не позиционирует ее как фотографию. Фотографией эту картинку называют только полчища мутноглазых экспертов. И больше никто. Найти ее можно множеством разных способов. То есть копаться прямо в архивах НАСА совершенно не обязательно. Можно, конечно, это интересное занятие, но не обязательно. Можно найти эту картинку, например, на Википедии, на странице, которая так и называется «The Blue Marble». Но это надо знать название. Это задача довольно сложная для большинства уважаемых экспертов. Так вот, на русскоязычной версии этой страницы про «голубой марбл» написано, что вот первая версия такого изображения была сделана еще Аполлоном 17-м, откуда и пошло это название Blue Marble. А следующая версия упоминается 2012 года. Что такое? Как же так? Ну, англоязычная версия этой статьи, она более полная. Если мы туда посмотрим, то узнаем, что есть еще изображение 2001 года. Вот это самое. 2002-2004. Но они сейчас нас не интересуют. Сосредоточимся на версии 2001 года, а затем заглянем еще в 2012, на всякий случай. На основании фотографий Земли, снятых из космоса, но, вероятно, получившихся не очень хорошего качества. Ой, прям как неожиданно. Он все-таки знает, что это изображение сделано на основе спутниковых фотографий. Значит, все-таки фотографии из космоса возможны. Ну все, я теперь спокоен. Правда, странно, почему маэстро кинематографа не знает о том, что если вдруг фотография получилась не очень, то ее всегда можно переснять. Это же все-таки Земля, а не спортивный репортаж. Ну, не очень получилось, так сделай очень. На следующем обороте, например, через день, через два, какая разница? Земля, она, вот она, никуда не денется. Почему не очень, кстати? Что могло помешать? Облачность? Вы видите океаны, моря и континенты, известные всем по учебникам географии. Правда, Земля на континентах безлика и пуста. Стоп, сейчас угадаю. При таком разрешении, когда 12 с лишним тысяч километров земного диаметра полностью умещаются в монитор, мы, наверное, должны видеть пресловутые звездочки на погонах, да? Лишенная цивилизованной инфраструктуры, будто бы она еще совсем не освоена человеком, находящимся на ней в первобытном зачаточном состоянии. Зря он упомянул учебник географии.
Сейчас мы его откроем и узнаем, кто на самом деле в первобыдло-противозачаточном состоянии находится. Как-то я не так сказал. Ну ладно. Короче, очевидно, мы наблюдаем преимущественно Северную Америку. Американцы себя любят, поэтому на космических фотографиях фотографируют сами себя, как правило, хотя не только. Тот же самый Blue Marble есть и с обратной стороны фотографии. Так вот, в Северной Америке, вот она тут хорошо так просвечивает, один из самых крупных городов по размерам и вообще самый крупный по численности населения – это Нью-Йорк. Он сам по себе не слабый, а входит в гигантскую городскую агломерацию. Если посмотреть на карту, то сам Нью-Йорк, не считая всех остальных городов рядом, которые прям вплотную к нему, впритык, можно сказать, он занимает площадь около 790 квадратных километров. Там около 9 миллионов жителей. Короче, городок не слабый такой. И в первом очень грубом приближении он имеет почти квадратную форму, если смотреть сверху. Ну, такая ромбическая скорее. И вот эта вот длинная диагональ этого ромба, у нее длина километров 60 плюс-минус. Конечно, условно, но тем не менее. Так вот, 60 километров. От этого и будем плясать. Изображение Blue Marble версии от 2001 года имеет полное разрешение 2048 на 2048 точек. Оно квадратное. Земля на нем изображена при виде условно с орбиты там, высотой где-то 2-3 тысячи километров. Мне сейчас лень выяснять. Главное, что не низкая и не геостационар. Что-то среднее. И, соответственно, сама планета отображается в окружность диаметром примерно 1790 точек. Приблизительно. Можете перемерить и поправить меня, если я где ошибся. Итого, мы можем составить очень грубую, очень неточную пропорцию и прикинуть, какие размеры у Нью-Йорка в пикселях должны быть на этом изображении. То есть нам известен диаметр планеты в километрах, ее размер в пикселях. Соответственно, длина города в километрах должна отобразиться в какие-то пиксели. Получается где-то примерно 9. 9 пикселей на весь Нью-Йорк. Что мы можем ожидать там увидеть? Какое-то мутное пятнышко. Наверное, его цвет будет отличаться как-то от остальной поверхности, а может быть и нет. Понятное дело, какие-то элементы городской застройки при таком разрешении увидеть в принципе невозможно, потому что они все будут существенно меньше, чем один пиксель размерами. Но давайте все-таки посмотрим в то самое место, где должен быть Нью-Йорк. Что же мы там увидим? А увидим там... Ну, облака почти все закрыли, но тем не менее, сквозь них что-то там такое мутненькое просвечивает. И как раз какое-то пятнышко, как раз примерно там, где надо, и как раз более-менее ожидаемого размера. Странно, странно. Ну, наверное, проклятые аферисты что-то дорисовали. Или, может быть, какая-то случайность. Или, может быть, грязь на объективе того компьютера, который все это рисовал. А давайте теперь посмотрим южнее, куда-нибудь там, во Флориду. Или около того. Там есть совершенно замечательная, тоже довольно крупная агломерация, Майами и все, что там вокруг нее или него. Майами это он или она? Или они? Ну, в общем, короче говоря, Майами с пригородами. Судя по карте, там вот вдоль берега Атлантического океана протянулось аж 160 километров городской застройки, более-менее такой равной плотности. Конечно, там подальше от Майами не очень, но, тем не менее, что-то должно быть видно. Мы можем на это надеяться. То есть полоса длиной 160 километров и шириной в самом широком месте около 30 километров. Если мы опять-таки пересчитаем это в пикселы, то получается 23 на 4 пикселя максимум. Можем мы что-то такое увидеть? Давайте попробуем. Ну, в самом деле, что-то есть. Но, как и в случае с Нью-Йорком, детализации изображения абсолютно недостаточно, чтобы разглядеть хоть какие-то детали.
Так что можно уже спокойно сказать, что человечество, по крайней мере, североамериканская его часть, это такое мутное серое пятнышко, еле-еле заметное на поверхности планеты. И то, только если знать, куда смотреть, и, в принципе, понимать, что ты там можешь увидеть. Вот, но я же упоминал изображение 2012 года. Уважаемый эксперт про него, к сожалению, не знает. Интересно, почему? Ну, ладно, это мы потом выясним. А вот мы вот знаем, и нам, наверное, уже интересно, а что там видно или, может быть, не видно? Давайте туда посмотрим, вдруг там тоже никаких следов присутствия человека. Оно составлено из снимков относительно низкоорбитального спутника Suomi NPP по технологии, аналогичной применявшейся ранее. Исходное изображение получено за 6 оборотов спутника вокруг Земли. Кстати, к Финляндии этот аппарат имеет почти непосредственное отношение. Он назван в честь Вернера Эдварда Суоми, американского метеоролога финского происхождения. Изображение спроецировано так, что высота точки обзора равна 2100 км, поэтому видна только относительно небольшая часть земной поверхности. Зато сама картинка имеет разрешение 8000 на 8000 точек. Диаметр видимой части Земли равен примерно 6740 пикселов. Северная Америка, центральная и северная часть Южной Америки прорисованы весьма детально. Поэтому мы можем надеяться на то, что интересующие нас объекты поверхности будут в несколько раз больше, чем на предыдущем изображении. Та самая крупная агломерация вокруг Майами на этом изображении должна иметь длину около 180-190 пикселей. И там даже можно ожидать увидеть какие-то особо крупные элементы городской застройки, может быть, районы или что-нибудь типа того. Неподалеку от Майами находится некий промышленный комплекс Palm Beach Aggregates. Если посмотреть на карту, то диагональ его почти прямоугольной территории 4 километра. На этом изображении комплекс заметен как компактное пятнышко размерами 3-4 пикселя. Многие крупные города уже можно разглядеть на уровне хотя бы общих очертаний. Новый Орлеан, Лос-Анджелес и Сан-Диего. Мы можем разглядеть Сан-Франциско, правда там дымка какая-то, и Сан-Хосе. Мы можем даже попытаться угадать Хьюстон под рваной облачностью. Мы можем попытаться догадаться, что под этим смогом скрыт Мехико. А вот четко очерченный Кампече не узнать попросту невозможно. Ненавистный многим уважаемым экспертам стольный град Вашингтон, к сожалению, скрыт под непроницаемым слоем облачности. Кое-где по этому изображению видны какие-то дымовые хвосты, но я затрудняюсь с их идентификацией. То ли это какие-то пожары, то ли промышленность, то ли какая-то хитрая облачность. Короче, определить довольно сложно. Ну ладно, давайте вернемся к нашему барану. Хорошее разрешение изображения позволяет нам в этом убедиться. Нет, не позволяет, потому что оно недостаточно хорошее. И над всей этой девственной, первозданной пустынной землей плывут белоснежные облака, вызывающие у зрителя восторг и умиление. Вот, оказывается, какая она замечательная и удивительная наша планета. Видимо, с точки зрения усатой сволочи, у зрителя должно создаваться какое-то иное впечатление. Типа «Фу! Фу, какая гадость! Фу, какая мерзкая планета! А давайте ее засрем!» Но при ближайшем рассмотрении этой идиллической картинки выясняется потрясающая непрофессиональность ее исполнения. Ага, сейчас, наверное, будет урок профессионального профессионализма от настоящего профессионала, который расскажет нам, как на самом деле нужно подделывать, понимаешь, изображение Земли. Ну что ж, давайте посмотрим. Облака эти не только впечатаны в изображение Земли, но они еще и клонированы. Да так небрежно, что диву даешься.
как таких бездарных дизайнеров держит еще в нас. Тем, кому приходилось работать в редакторе Photoshop, знают, как производится немудренная операция клонирования изображения. Берется какой-либо фрагмент статичной картинки и переносится на другой участок изображения. Опытный дизайнер делает обычно так, чтобы скрыть от зрителя следы клонирования, перенося клон подальше от места, где он был извлечен, и маскирует его другими фрагментами картинки. Надо быть полным идиотом, чтобы игнорировать это правило. Недаром американцы сняли фильм про самих себя и назвали его «Тупой и еще тупее». Не, я его все-таки прерву. Раньше было понятно, что Елхов упивается, наслаждается своей гениальностью. Он разбирается абсолютно во всем, все идеально хорошо понимает, никогда ни в чем не ошибается, и он может прочитать всю книгу целиком, только бросив взгляд на ее название. Причем даже не полностью читая. А вот там написано «Основы космические», все сразу понятно. Все понятно. О чем книга, про что она, какие там ошибки содержатся, все ясно. Ну и вот. Он, наверное, один из тех, знаете, который в детстве, когда вот обгадится ребеночек, а мамаша ему говорит: «Ой, ты у меня самый умный, самый красивый, самый хороший». И вот он до сих пор обгадился, но все равно думает, что он самый умный. Мама же не будет обманывать. Ну ладно, не хочу злословить. Хочу выпустить своего внутреннего писателя. Он сейчас прочитает слова, которые, в общем-то, сказал бы и я сам. Но прочитает в своей манере. Я постараюсь ее передать так, чтобы вы смогли узнать. Если не узнаете, не беда, ничего страшного. Считайте, что это я придуриваюсь. А если вдруг узнали, то можете написать в комментариях. Но только не спрашивайте, кого я пытался изобразить. Если не получается угадать, то и хрен с ним. Ладно? Итак. Самое время задаться одним простым вопросом, на который я никак не могу найти простой ответ. Вот смотрите. Как же это так оказалось на наших, понимаешь, с вами хрупких плечах такая тяжкая ноша. Организация, олицетворяющая собой мировое зло, или даже лучше сказать, мировое зло, олицетворенное этой организацией, многие десятилетия державшая под своим контролем все мал-мальски крупные мировые правительства, которая держит по сей день в своих ежовых рукавицах практически всю планету, практически всю, за исключением нескольких отчаянных борцов за правду, до которых эта могучая организация до сих пор никак не может дотянуться. А эти бедные несчастные борцы скоро и шагу из дома не смогут ступить, не напоровшись на очередного агента этой корпорации зла. Как так вышло, что вот эта жуткая машина, которая без тени сомнений в тот же момент уничтожает любого, кто только на чуть-чуть приблизится к разгадке ее страшных тайн? Как так вышло, что вот эта ужасная организация оказалась состоящей из одних, простите меня, идиотов? Я не понимаю, объясните, как такое возможно? Писатель закончил выступление. Еще раз говорю, не спрашивайте, кто это был. Я хочу, чтобы этот позор умер вместе со мной. Главное не то, кто он такой, а главное то, что он сказал. Думаю, что фильм этот про дизайнеров НАСА и их заказчиков. На этом компьютерном изображении Земли все клоны облаков расположены рядом.
Дизайнеры даже не удосужили себя поиском мест для их маскировки, считая обывателей за слабоумных лохов. Причем некоторых вполне заслуженно. People все схавает. Я обнаружил на этом изображении Земли 41 клон. Begun the Clone War has. Но уверен, что их там гораздо больше. Кому интересно, может проверить. 200,000 units are ready, with a million more well on the way. Вы заметили, что счетчик вранья давно не срабатывал? Вы, наверное, думаете, что я забыл там кнопочку нажимать. Нет, не забыл. Дело в том, что формально... По форме вопроса эксперт сейчас более-менее правильно излагает, потому что, ну, это объективно, спорить с этим невозможно. На этом изображении действительно есть клонированные участки. Причем я не проверял, мне лень, но я уверен в том, что они действительно клонированные. И если убрать искажения, вызванные геометрией сферы, то эти участки совпадут один в один. Потому что они... клонированы на исходной текстуре облаков. С чем я не согласен, вот с этим согласен, а с чем я не согласен, так это с теорией уважаемого эксперта насчет происхождения этого явления и объяснения его следствий и предназначения, зачем и почему вот так все это выглядит. Потому что если бы на самом деле уважаемый эксперт сам бы разбирался с этими изображениями, действительно считал бы там вот эти вот, выискивал бы клонированные участки, подсчитывал бы, выписывал, сколько там их всего есть, тогда бы он не мог не заметить одну интересную особенность. Дело в том, что действительно копии находятся рядом друг с другом чаще всего, выстраиваются в какие-то линии, похожие на то, и не встречаются выше и ниже определенной широты на земном шаре, ну, на изображении земного шара. То есть между какими-то границами эти штуки присутствуют, выше и ниже их нет. Ну, или нет заметных, во всяком случае. И это огромная, вот такенная подсказка, и будь эксперт хоть на 1/10 настолько же умным, как он хочет казаться, он бы нашел объяснение, потому что оно лежит на поверхности. Но, увы, придется мне за него сделать эту работу. Прежде чем мы перейдем к самому интересному, к разоблачению всего этого, давайте дадим мерзкому старикашке все-таки закончить его выступление. Кроме допущенных явных ляпов в клонировании облаков, дизайнеры НАСА еще и откровенно посмеялись над простодушными зрителями их рукотворного шедевра. В кудрявые земные облака они органично вписали образ котенка или щенка рядом с ползущим зловещим драконом. И если продолжать рассматривать внимательно это коллективное произведение искусства, то можно увидеть и другие образы, рожденные фантазией дизайнеров нас. На основании вышеизложенного я смею утверждать, что большинство изображений земного глобуса и прочих космических объектов Солнечной системы, снятых якобы в дальнем космосе, являются такими же компьютерными подделками, изготовленными в 3D-редакторе. А, все-таки большинство, не все. Ну, и то хорошо. А уважаемый эксперт расскажет нам, как отличать это большинство от всех остальных? Нет? Какая жаль. Как после этого можно всерьез воспринимать утверждения НАСА об их гуманной, дорогостоящей, высокотехнологичной деятельности в научно-техническом освоении космического пространства? А можно ли самого уважаемого эксперта вот после всей той слабоумной бредятины, которую он на нас вывалил, вообще считать дееспособным человеком? Вопрос открытый.
Вот только вопрос, куда в таком случае уходят миллиарды долларов американских налогоплательщиков? Все-таки Елхова как-то подозрительно сильно волнуют чужие деньги. Интересно, почему? Но раз уж он прям так вот взволнован, то пусть пишет в американскую прокуратуру и пусть этим экономическим преступлением занимается американский же... Yes, yes. Предназначенные для научного изучения космоса ради прогресса всего человечества. И вот, когда эти миллиарды долларов наконец-то приносят какой-то значимый или хотя бы просто интересный результат, выходит какой-нибудь очередной фон Барон и заявляет: «А я не верю! А я не вижу!» И вот. Ну ладно, наконец-то этот исходный, занудный, отупляющий, мерзотный, идиотский фильмец «Горе режиссера и псевдооператора» подошел к концу. Можно подводить некие итоги, и если меня кто-нибудь еще смотрит к этому моменту, помашите рукой. Так сказать, наступило время для трагической развязки. Что это там за клонированные изображения, откуда они взялись, почему они и все такое прочее. А помните, как я вас просил запомнить кое-что, касающееся процесса съемки слоя облачности для вот того самого изображения Blue Marble 2001 года? Если не помните, я напомню. Я тогда вас просил запомнить или отметить интересный момент. Оказывается, на фотографирование всего облачного слоя ушло около 2 суток, плюс еще какое-то время на фотографирование приполярных областей. 2 дня! Вау! А что происходит с облаками за 2 дня? Как думаете? И вот, казалось бы, вот она, разгадка, да? То есть облака-то сдвинулись. Но на самом деле, к сожалению, дело совершенно не в этом. То есть облака-то, конечно, сдвинутся между моментами съемки, но вряд ли их форма останется вот такой же, какой была. То есть сдвинутся и изменятся. А на вот этом самом проклятом снимке мы наблюдаем именно что копии облаков. То есть такое легкое объяснение, к сожалению, не годится. Так в чем же дело, спросите вы меня? И, кстати, а почему 2 дня? Что так долго-то? А тут просто нужно узнать, каким аппаратом все это делалось и как. Значит, большая часть или практически все исходные данные для изображения Blue Marble 2001 года были получены при помощи спутника под названием Terra и его супер-пупер-камеры под названием MODIS. Почему супер-пупер? Потому что там более 30 частотных полос, в которых она видит, и это позволяет ее перенастраивать таким образом, что она там видит туман, но не видит пыль. Или видит пыль, но не видит туман. Или не видит ни того, ни другого, но зато видит растительность, например. То есть дистанционное зондирование Земли в очень большом количестве спектральных линий позволяет получать огромное количество информации о состоянии земной поверхности, атмосферы и так далее. До сих пор в строю и весьма ценится учеными соответствующей специализации. Так вот, спутник запущен в 1999 году, повторяю, до сих пор в строю, находится на орбите высотой 705 километров, круговая орбита, почти полярная, немножечко наклонена, и из-за этого аппарат прочерчивает на поверхности Земли довольно хитроумную кривую. Я не помню даже, как она называется, но у нее есть какое-то название. То есть это солнечно-синхронная орбита. Период обращения спутника 98,8 минуты, то есть почти 100 минут. Один оборот. И на обзор всей земной поверхности из-за этого у него уходит примерно 2 суток. То есть четное, вернее, целое количество орбит в одни земные сутки не укладывается. Поэтому для обзора всей поверхности нужно больше времени, чтобы вот совпали периоды. И, кстати сказать, этих спутников два. Есть еще аппарат
сестра под названием Аква. Сделан он, насколько я знаю, точно так же, но запущен на противоположно направленную орбиту. То есть они летают как бы навстречу друг другу. Но Аква запущен в 2002 году, так что в создании этого самого Blue Marble он никак не был задействован, поэтому он неинтересен дальше. Еще маленькие такие штрихи к портрету. В 2008 году управление спутником Терра перехватили хакеры, причем вроде как неизвестно какие. То есть предполагается, что китайские, но кто это на самом деле был, ну вот я не нашел информацию, хотя я на самом деле не очень-то искал. Известно, что хакеры вот получили управление, но никакие команды спутнику не отправляли и просто-напросто вот устроили, ну, так сказать, дефейс. Напугали всех. Ничем плохим это, к счастью, не кончилось. А в 2009 году по спутнику Терра, опять-таки, ударил кусочек неизвестно чего, космический мусор какой-то. И в результате вышла из строя одна ячейка никель-водородной аккумуляторной батареи. Не металл гидридный, а именно никель-водородный, там газообразный водород. Космическая технология. Ресурс спутника немножечко уменьшился, но, в общем, он остался жив и до сих пор работает. А дальше все было примерно как в анекдоте про Ландау и Лившица, когда один из них там потерял три листочка с выкладками какой-то главе и спросил второго: «Как же мы теперь эту главу напишем-то? Вот, я потерял все». А второй отвечает: «Да как обычно, так и напишем. Очевидно, что...» Вот. «Очевидно, что путем несложного поиска в интернете, а точнее, путем перебора всех возможных источников данных за июнь по сентябрь 2001 года, то есть все дни, которые только можно найти данные, мне удалось установить дату». Помните, я говорил, что неизвестно, когда это было сделано, но есть нюанс. Так вот, этот нюанс. «Мне удалось установить дату, когда была снята, по крайней мере, часть облачности для изображения Blue Marble. Это оказалось 29 июля 2001 года». Вот так все тривиально. Архивные данные с аппарата Terra, в принципе, тоже доступны. Есть прямо отдельный сайт с очень приятным и удобным интерфейсом. Пользоваться им легко. И даже я понял, как это делать. И там можно посмотреть, как выглядят необработанные эти снимки. Вернее, как, они, конечно, обработаны, там нормализация, все такое прочее, но никаких геометрических исправлений нет. А почему я говорю геометрические исправления? Потому что камера, она, вообще говоря, снимает... Она не знает, что под ней планета, она просто снимает свет, который попадает в объектив, а попадает он на плоский сенсор. И вот спутник летит над поверхностью Земли и сканирует полосу какую-то и непрерывно передает полученные данные. Ну или там сохраняет, потом передает. Ну и вот, полоса сканирования у камеры MODIS, несмотря на все ухищрения, несмотря на всю ее крутоту, 2330 километров по поверхности. А так как орбита круговая, то ширина этой полосы никак не меняется. И если на географических широтах выше и ниже определенных границ эти полосы идут по поверхности Земли с перекрытием, то вот между этими широтами, между полосами сканирования появляются промежутки. И без обработки это изображение Blue Marble выглядит вот так. Понимаете, в чем дело-то было? Просто чтобы вот эти черные полосы никого не пугали, их замазали с ближайшими, так сказать, данными, интерполировали. Вот какие есть облачка рядом, такие туда и вставили. И все. И если посмотреть на расположение этих клонированных облачков на том самом поддельном изображении, то окажется, что клоны выстраиваются вот в эти самые характерные полосы и присутствуют между 29 градусов северной и 29 градусов южной широты. Вот и разгадка. Банальная, простая. Кролик из-за зеркала.
Всем всего хорошего, не болейте. До новых встреч.